А мы все не устаем рассказывать вам, за что мы так любим премию. И вот очередь дошла до самого, пожалуй, интригующего сюжета. Мы расскажем о главной музыкальной церемонии в цифрах. Все почитал Стас Новос. Совсем чуть-чуть остается до начала главного музыкального события в мире российского шоу-бизнеса – премии Муз-ТВ-2015 «Гравитация». Ждем не дождемся и продолжаем гадать, каким же шоу мирового уровня получится в этот раз. Ведь с каждым годом премия становится ярче и масштабней. Только на прошлогодней церемонии собралось 25 тысяч зрителей, 700 звезд VIP-ложи, 2500 человек, работавших на площадке. На оснащение финального номера шоу ушло 100 тысяч евро. А по звездной ковровой дорожке прошли более 300 самых звездных селебов, которых встречало около 1000 фанатов. Но самое главное, премия готовилась целый год. У Армана такой вот характер, это буквально началось 7 июня. Давайте думать о следующей премии. Уже 10-го он потребовал концепцию. В нее вписались даже звери. На прошедших премиях вообще побывали десятки животных. Собаки, кошки, бараны и даже обезьяны. Чего ждете от церемонии? Сейчас он скажет. Говорит. Видите, любит тебя. Это моя собачка, зовут Чебурашка. Она со мной живет очень давно. Более 30 мировых артистов выступила на премиях Муз-ТВ. Среди них группа Tokyo Hotel, Дженнифер Лопес, Сай, Pussycat Dolls, Крейг Дэвид. На 13-й премии Муз-ТВ «Гравитация» будет еще жарче и звезднее. Докажем это в прямом эфире Муз-ТВ 5 июня в 16:00. Включайтесь. Стас Новос, про новости.